Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Ну что же, вот у нас и закончился турнир. Забираем нашу награду. Лига мастеров 3 звезды. Так, Острозуб и 75 платиновых осколков. Так, сейчас мне интересен такой вопрос. Что у нас будет? Так, ну смотрите, ребята, здесь Шреддер. А насколько я помню, это классический Шреддер у нас. О, да, вот это то, что нужно, ребята. Вы спросите, почему? А потому что мне здесь нужен Роквелл. И мы его обязательно будем фармить, друзья. Обязательно Роквелла нам надо фармить. Потому что мы с тобой прокачиваем Рокстеди. А чтобы нам быстрее потом было, мы вот будем с тобой Роквелла фармить. Ну и будет у нас как бы равномерно идти. Ладно, ребят, сейчас не об этом дело. Сейчас в первую очередь у нас турнирная арена. Буквально сколько? 3 минуты прошло. 3 минутки всего прошло от того, как произошел откат. Так что все в наших руках. Поехали. Так, многие спрашивают, а где голос? Вот я читал сейчас комментарии буквально перед заходом в игру. Где голос в игре «Растение против зомби»? Ребят, отошел провод во время записи ролика. И, соответственно, голос не записался. Я сам был расстроен, потому что ставлю на рендеринг, начал проматывать. А голоса-то нету. Понимаешь? А голоса нету, а ты прекрасно знаешь, что у меня эмоции, все это как бы я показываю. Ну не записалось, ребята, уж извините. Я думаю, что ничего страшного здесь в этом не будет. Я думаю, принцип побед вам там будет ясен, его видно невооруженным взглядом. Ну, а комментарии придумайте сами про себя. Ладно, шучу, ребят. Ну что, у нас пока идет все очень даже неплохо. 2 победушки уже наклепали. Воин 3 звезды. 76-я позиция. Так. 12-13. Так, сегодня, ребята, допрошел игру Эдерланд. Так что видосики сегодня будут выложены. Как говорится, 3-я, 4-я и 5-я серия будет сегодня на 2-м канале. Так что заходите, смотрите. И приступаю к прохождению еще одной новенькой игры. Ну как, она не новенькая. Она 2-летней давности. Тоже РПГшки. Или рогали, как их называют, это правильно. Вот, буду ее проходить с графикой, как, ребята, раньше на Денди, на Сеге. Вот такая, нет, скорее всего, как на Денди. Графика не очень хорошо блещет, но я думаю, по сюжетке зайдет нам. Мне, по-моему, зайдет так точно. А там уже вам решать, смотреть, не смотреть. Как бы это дело ваше, я никого не принуждаю к просмотрам, так что, друзья мои. А мне вот захотелось почему-то в нее поиграть. Называется она Талос, что-то там Талос Тир. Ну, в общем, она будет выходить. Ну, естественно, старые игры тоже не будем забывать. Так что Iron Harvest надо еще допройти нам. Я думаю, что там осталось немножко. Слушай, у нас уже 5 персонажей. Уже 5 персонажей. Ты представляешь, как мы с тобой быстро и лихо идем. Эта серия получится у нас короткая только лишь потому, что здесь будет только арена. Лишь из-за этого. Так, маузеров-то как же мы... Опа! Кирби из-под тяжка, да, такой прилетел, крылышками бомбанул. Нормально все. Ну, так, элита. Элита 3 звезды, 74-я позиция. Слушай, ну так мы с тобой и... Опа, нет, 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 нет. Я просто увидел, что вот, 13-16. Это же лучше, чем 13-15. Поэтому и я решил сделать так. Ну, наверное, еще сегодня будет, ребята, ХКР. И, кстати, я хотел извиниться за всех, кого, ребят, нечаянно удалил. Я, видимо, неправильно понял, когда начал удалять. Там по этим, по километрам. В общем, очень много получил, как сказать, с комментариев, зачем ты меня удалил. Я играл потом объяснение к этим комментариям. Да, и оказывается, я действительно был неправ. Так что сегодня попробую восстановить. Не знаю, правда, как
как это можно сделать, если удалил? Тут только заход в клан. А заблокированных, по-моему, с заблокированными все нормально у нас получилось. Так что, ребятушки, извиняюсь, как говорится, перед вами. Тех, кого необоснованно удалил. Так, он уходит в инвиз. Давай, 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 иди в инвиз свой. Мак, ну успокойся ты со своими плевками. У него еще и меткость повышенная была. Крутой перец. Да что такое-то, я не помню, какую. А, у них уже 41 уровень, я думаю, чего мы так с ними долго сюсюкаемся? 41 уровень, а у нас 56, на секундочку. И мы вот так вот их долго разбираем. Че, в самурая не попадем, что ли? Две звезды, нет. Прикинь. Не хватает нам мощей, ладно. Не хватает мощей, будем тогда делать по-другому. Массовых атак вот здесь вот у нас вообще практически нет, кроме вот Алапекс. И все. Скудно. Так, вот тут еще есть одна массовая атака, но она такая хиленькая. Ну что себе хиленькая? Еще одна. Че ты, ребята, наврал вам? Нет, говорю, массовых атак, ага. Одна за одной выходит у нас. Вон даже у Рафаэля есть. Холодильник. Просто я этими персонажами мало играю, я уже и забыл, что у них действительно есть массовые атаки. Ну что, самурай 2 звезды. А тут уже и 3 звездочки на самураях попахивает. Давай-ка попробуем найти, может быть 14-18 дадут нам. Дают только 13-16. О, вытянулся, прикинь, вытянул я. Раз, два, три, четыре, пять. 44-й против 57-х. Но они уже приближаются к нашему, как говорится, уровню. Давай бомбочку туда закинем. Это ерунда какая-то была, а не бомбочка. Да ну что вы, ну, давай, Дуня, жги. Ой. Это было неприятно. Так, минус Кирби. Этот уходит в инвиз, в невидимость. Донни, ну куда? Ага, Донни у нас просто критовку повышает. Так, это вам минус. Я так и думал, что мы не попадем, потому что у него уклонение стоит. А если вот так? Против лома нет приема, да? Если нет другого лома. Вот так вот. У нас по такому принципу все работает. Ну, вот и самурай 3 звезды. И ранг у нас 90-й. 14-18. Ну, вряд ли дадут 15-19. Мне кажется, это для них будет даже чересчур. Да, друзья мои? Как мне кажется. Поэтому давай-ка мы сделаем... Раз, два, три, четыре. Пять. Ну что же, паукус, понятное дело, бросает свою паутинку. Даже кого-то успели ушатать. Добивочный будет? Пит. Пит, знаешь, как дерется, как этот. Лапками там машет, блин. Ну что же, я тебе скажу. Сейчас уже и Лига Сионов у нас будет. Правда, персонажей маловато осталось. Маловато персонажей. Так, Лига Сионов. Если бы мы с тобой быстренько бы здесь набирали бы кубки, было бы вообще круто. Давай-ка массуху. Красиво. Нет, ну зачем ты вот это делаешь, а? Бармонтус. Вот кто тебя просил захиливать команду, а? Ну-ка, валуном ему. Готов.
Удар по земле. Молодец. Молодец, муха навозная. Подбил ты его все-таки, красавчик. Я думал, что этот будет удар в пустоту, но нет. А вот, ребята, и Лига Сёгунов. 77-я позиция. 15-19 берем. Так, я беру тогда здесь Кренга. Раз, два, три, четыре. Хотя мы уже на 70-й ранг перешли. Можно, ребята, особо здесь и не париться. Можно всех брать по порядку. То есть это уже идет к завершению. Хорош. А этот удар костями, ребята, он никаких дебафов не вешает, да? Просто он стреляет и все. Хотелось бы, конечно, какой-нибудь дебафчик, чтобы был. Слушай, 26-я позиция. 15-19, может быть, дадите 16-20. Нет, не хотят. Не хотят. Раз, два, три. 4-5. Персонажа просто на глазах тает. Ну-ка. Шарханчик, отлично. И белочки, я думаю, что добьют их всех. У них пониженная броня, поэтому сейчас... Поэтому они все падают. А мы смотрим, куда мы... Ну, секунд две звезды однозначно, да? 78-я позиция. Так, 15-20. Я хотел 15-20. Получи 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, Хламон, сейчас будете получать от Карайки, от Карай-змеи. Это ее вторая форма. И, блин, массовой атаки нет у этого, к сожалению, у спринтера. Так бы можно было бы еще ход раньше закончить. Но... Нет и нет. 32-е место. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Опять один, одного поединка нам не хватит, да, получается? Опять одного поединка нам не хватит, чтобы попасть в Лигу мастеров с одной заходки. Ну как же так-то, ребята, ну? Ну что за непруха-то такая? Буквально одного хода не хватает. Ну, одной именно битвы. Восемьдесят шестая позиция. Вот. 16-21. Хорошо, я возьму 16-21. Подожди, подожди. А может быть, все-таки хватит? Постой, постой, паровоз. Не стучите колеса. Сейчас посмотрим, ребят. По-моему, все у нас складывается очень даже хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить. Очень даже хорошо. Ух, затекла моя спинушка, спина. Так. Ну, давай сороковку. 44-й, блин. 16-22, раз, два, три, четыре, пять. Хватит все-таки или не хватит, а? Как думаете, ребят? Мне кажется, хватит. Мне даже, возможно, не после этого боя, а вот двумя мы еще доиграем и будем уже, наверное, в Лиге мастеров одна звезда. Я на это очень сильно надеюсь. Ну, есть, друзья мои. Рекорд наш возрожден. С одной заходки мы с вами в Лигу мастеров. Причем по чесноку. Ну хорош, вот это-то зачем делать-то? Так, сейчас может, кстати, ребята, очень долго. Возможно, даже придется перезаходить в игру. Не пришлось. Не пришлось, поэтому давай в бой. Ну что, отыграем вот этих еще двух наших ребятулик. Поверь, их здесь и двоих хватит. Ну да, Майки 73 уровня пошел первым в атаку. Бамс! Донни, ну Донни, как всегда, ребят. Что сделаешь? Ну это Донателло, понимаешь?
выживает, как всегда. Ну, а мы, ребят, прошли с вами. И вот так вот. 90-я позиция. Лига мастеров. Ой, да, Лига мастеров, одна звезда. Шикарно. Я считаю, что да. Ух, давненько я своими силами не выходил. Плюс мы еще мало того, что с тобой зашли в Лигу мастеров, у нас еще осталось два персонажа. То есть это вообще шикарно. Так, ну что у нас там по испыталку? А, испыталку я не смогу сейчас пройти, да? Ну, давай пока потратим, сколько есть. Сколько есть, столько и потратим. Потом в следующий раз нам будет, надо будет меньше тогда этих заходов делать. Нам нужно добраться до той битвы, где фармится Роквелл. А это где-то, наверное, чуть ли не последняя, предпоследняя катка будет. Так что, хотя бы, сам понимаешь, 1-2 ДНК очень много решает. Это лучше, чем копить 700, там, 10 жетонов ради 3 ДНК, когда можно здесь 2 ДНК получить. Да, шанс маленький, но можно же получить. Так что, ребята, оно стоит того. Ну, соответственно, у кого не прокачаны мутанты, то тому вообще, ребята, зайдет вот этот вот режим, потому что здесь у нас качается и Пит, Роквелл. Здесь же у нас качается... Кто у нас там еще-то есть? Пит, Роквелл, Слэш и Кожеголовый, насколько я помню. Все эти ребята здесь фармятся. Прекрасно. Ну, тут понятное дело, они разбираются на изи, потому что уровень у них маленький. 25-й. Но то, что мы с тобой в Лигу мастеров забрались, это не говорит о том, что в следующей серии мы с тобой, когда зайдем, останемся в лиге даже Сёгуна. Скорее всего, опять же, нас сбросят в Лигу самураев. Скорее всего. Вот, ребята, вот здесь уже у нас фармиться начинает Роквелл. 2 ДНК. Это круто. Но у меня, к сожалению, закончился сыр. Почему он закончился? Потому что я перед откатом при вас проходил серию. Она выложена уже. Так, ребят, ну что, я думаю, наверное, уже на этом будем закругляться. Все равно здесь уже больше мне делать нечего. Перезаходить в игру специально для того, чтобы попрощаться, я думаю, нет смысла. Будем тогда закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.